зовут Неманихина Елена, занимаемся производством женской одежды, город Украинск, Донецкая область. Когда мы решили открывать свое швейное производство, мы в Донецке не смогли найти аренду. И единственным правильным решением на тот момент было у нас взять в аренду помещение здесь. Мы сначала арендовали один маленький цех, и где у нас работало 2 человека. Со временем мы разрослись и купили это помещение. О проекте «Экономичные возможности под стражлавым вид конфликту» узнала чисто случайно. Мне на глаза попалась брошюрка и решила попытать счастье. Это был мой первый грант, который я выиграла. Олена – грантерка не тільки нашої програми. І кожного разу вона створює нові робочі місця, дозволяючи місцевим мешканцям працювати в рідному місці, а не їхати на заробітки в інші країни або інші регіони. Мене зовут Света Куштей. Здесь я работаю модельером-конструктором и художником, представляю наш бренд, наш товар на выставках. Было очень сложно устроиться на работу по специальности, найти, где можно было бы себя реализовать. Благодаря гранту нашли для меня рабочее место, и мы смогли развиваться и работать. Нам удалось туда устроить 3 человека. Нам несказанно повезло то, что у нас девочка, которую мы давно искали, это модельер-конструктор, который в нашей местности не найдешь здесь вообще. И трудоустроили еще 2 швеи. Искренне благодарна своему ментору Артему Москаленко, который меня поддерживал, который щедро делился своими знаниями. Благодаря менторской поддержке и благодаря грантовой программе у нас и качественно, и количественно изменилось наше производство. То есть у нас появились новые модели, у нас увеличилось количество производимых моделей, а также улучшилось качество. Нужно никогда не терять оптимизма и всегда верить и помнить, что выход есть.